выражаю глубокую благодарность своему педагогу, наставнику, учителю Евлоевой Саудат Нурадиновне. Я от лица всех одноклассников хочу поблагодарить ее за тот вклад, который она внесла. Эти слова благодарности от заместителя председателя правительства Ингушетии, министра образования Эсет Боковой, звучат в адрес любимого учителя. Именно Саудат Евлоева привела любовь к педагогической деятельности. Она смогла раскрыть в каждом ученике творческий потенциал. В рамках акции «Спасибо учителю», объявленной президентом страны «Год педагога и наставника», никто не упускает возможность сказать спасибо своему учителю, в числе первых и Эсет Ибрагимовна. Саудат Нурадиновна, являясь педагогом русского языка и литературы, смогла вложить в нас столько благородного, столько высокого, который мы пронесли через всю свою жизнь. На сегодняшний день она является педагогом гимназии 1 города Малгобек. За ее плечами 48 лет педагогической работы. Она является ветераном труда, почетным работником системы образования. А для Саудат Евлоевой ее путь учителя начался в 1975-м, когда она закончила школу и поступила в Чечено-Ингушский государственный университет имени Толстого. Специальность – русский язык и литература. После она возвращается в родную школу номер 19 Сагапши и начинает там же работать. У меня никогда не было проблемы о выборе профессии. Я как бы пошла по проторенной дорожке папы, старших сестер. Возможно, и я повлияла на младших сестер и братьев, потому что из 10 детей нашей большой семьи 7 пошли по стопам отца, выбрали профессию учителя. Свой первый урок Саудат Евлоева запомнила надолго. Для нее, как для нового педагога, это было неким испытанием, которое она прошла успешно. Сегодня за ее спиной огромный педагогический стаж и по праву заслуженная любовь и уважение учеников. У меня спросили, почему я выбрала профессию учителя? Еще великий Сократ изрек такую фразу: «Все профессии от людей, только 3 из них от Бога – учитель, врач и судья». Но мы с вами знаем, что у врача и судьи были учителя. Выходит, что самая древняя, самая первая профессия на Земле – это профессия учителя. Великий, могучий и такой свободный. Каждое свое занятие она превращает в увлекательное путешествие в мир русского языка и литературы. Отличительная методика преподавания позволила ей привить любовь к ее предмету у всех учеников. За все время своей работы она вела полное руководство у 3 классов, в числе которых и выпуск Эсет Боковой. Самый дорогой для меня выпуск, как самое первое, самый любимый выпуск. Очень сильный класс у меня был в том году, выпустился. Никогда у нас в истории школы не было, чтобы в одном классе 3 медалиста. В этом году 3 медалиста, одна из них на золотую медаль закончила Бокова Эсет. Я сегодня могу искренне гордиться своими учениками. Горжусь тем, что они работают, трудятся в разных отраслях жизни нашего края и за его пределами. Саудат Евлоева признается, профессия педагога требует от человека не только знаний, силы духа, но и порой даже мужества. Свою крайнюю награду она получила в 2019 году. Глава Ингушетии Махмутали Калиматов наградил ее почетной грамотой за многолетний добросовестный труд. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.